художнє бачення світу допомагає людині розвиватись творчо і наповнювати цей світ позитивними моментами. Сьогодні будемо говорити про творчість, про художнє бачення Валентина Назаренка. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Ми будемо сьогодні розглядати пейзажі. І не лише їх, і будемо зараз розповідати про те, як же нам створити зиму. Да. Зараз зимовий час, і скоро нас очікують свята, і хочеться на свята трошки помалювати, розслабитись, і, можливо, поговорити про те, яким може бути, якою може бути ваша творчість, так? Яким може бути бачення світу через призму малюнку. Ну от я бачу ті роботи, які ви принесли з собою, трошки у нас є різних, і ось тут є такі пейзажі. Це все роботи, як етюди, наброски, це те, що робиться за мгновення, ухватується якийсь кусочок, лоскутик нашої житті, з нашої природи, погодою, з різними состояннями. Просто неймовірно. Вот. И это все, конечно, делается в разное время суток, и в ночное время, и в художники вечернее. Переважно так и працюют, только за натхнением. В разную Хочется? Погоду, в разную там холод, жара, ветер, все это бывает остается и на листах бумаги, и все так? это вплетается. А вот тут, это же ветер был, дивіться, как гарно. Да. Тут ветер, и это сделано чернилами, я так понимаю? Это тушь, тушь? Да. Тушь. Вот. И тут тоже вот передается через резкие мазки, через резкие острые, передается какой-то, может, колючий воздух, колючий ветер, который Дуже там какой-то гарно. Холод передается. Вот можно даже передать через такие состояния. А вот в масляных красках, например, бывают, даже застряют эти мошки, которые там летают в этих полях. Так швидко ж треба було намалювати такі етюди. Так что интересно, как только начинаешь делать небо, и мошки летят именно в небо, думают, что там, наверное, что-то есть дальше еще пространство. Там щось цікаве, звичайно. Жизнь. А зиму ви малювали, Валентин? Як вам взагалі зимові пейзажі? Зимні пейзажі, щоб так от на самом природі, на пленері, так ще такого не було. Хотя я вижу, что многие рисуют. Один раз был такой момент, что пробовали акварелью делать зимние пейзажи. И что интересно, акварель же это краска на воде, да, и вот когда кисточка краска набирается, ложится мазок на лист бумаги, он застывает, вернее не застывает, а замораживается. И получается слой такой корки цветной льда. И можно на эту корку льда еще накладывать другие, и оно очень красиво, как стеклышко, такие разноцветные стеклышки накладываются. А потом начинает расставать. А вот это да, а это было как-то... И художники не врахували так, что оно же еще расставать будет. Да. И будет совсем інша работа. Так может в том весь сенс и вся краса работы? Вот сейчас мне пришла такая идея. Можно вообще сильно очень заморочиться и, например, сохранять именно замороженную. То есть надо специальную камеру морозильную... по стекло, и транспортировать будет очень дорогая работа, я думаю. Это супер. Взагалі, я себе тоже уявляю, как это было бы. Вот я сейчас пока здесь, перед передачей, успел такой сделать набросочек небольшой. А, рисуночек. Да, у нас такая будущий... жартівлива работа вышла. Це криса. Криска, якась, да, которая нашла игрушка, которая упала с новогодняя, да, и там Дед Мороз идет. Вот, и это я сделал сейчас на акварельной бумаге, акварельными мелочками. На по-мокрому це малювали ви. Да. И видно, что Дед Мороз выходит из такой старенькой хатинки, но он, мабуть, там живет. Та вот, наверное. Или кому-то в гости идет, или там живет. А вот еще вот такая работа, она, правда, не законченная, это зима. Неймовірна робота, просто неймовірна. Вот, она хоть и не закончена, но тут передается с помощью фактуры разных, накладывается текстурная краска, которая передает иней на ветках, зимнее состояние. Вот. Просто и неймовірна. Сама по себе. Бачите, одно взимку начало. Трапляються не лише білі кольори, а і жовті можуть бути, і охра, і багато коричневих, да, бо не завжди є сніг. Да. Але якщо він і є навіть, то він
теж може відбиватися різними кольорами. Синій може бути сніг, отак як у вас тут внизу. Да, тут навіть жовтоваті оттінки є. Але зима просто неймовірна. От знаєте, коли дивишся зимові пейзажі, то одразу пірнаєш в казку. І хочеться повторити щось таке, але там є свої нюанси. От я сьогодні хотіла вас запитати з приводу технічного виконання будь-якої зимової роботи, як так можна зображувати сніг, аби він відображав те, що ми бачимо. Це складна, мабуть, задача. Тут, да, тут все-таки йде, коли ми зображаємо на бумагі двохмірної плоскості всякими средствами, ми все-таки немножко придаємо якусь условність. Тим більше, якщо художник, який он не ставить перед собою задачу бути фотоапаратом або ксерокопіром, який копірує, він якусь все-таки вносить свою условність, свою душу, свою знаки якісь, да, більшість його. І от, наприклад, зиму, то хорошо, чим її хорошо передавать, что появляется, во-первых, падает снег, и у нас сразу резко отделяются темные и светлые пятна, ритм появляется, да, деревья у нас вертикально, на них снег не ложится на стволы деревьев, и они у нас более темные смотрятся на более светлом фоне снега. Крыши покрываются снегом, и очень интересные получаются узоры, прямо как на ковре, и даже бывает, вот недавно слышал от знакомой, которая говорит, что вот ходишь, ну, пейзаж, ну, ничего такого особенного. Выпал, как только снег, сразу все преобразилось. Зовсім інша сразу, картинка. Да, абсолютно. И прямо хочется по этим местам ходить, и вдохновляешься, и собирать материал, фотографировать, рисовать. То есть все преображается, и вот это за счет вот этого вот именно ритма. Мы будем ритма. Чекати снігу, звичайно, для того, щоб його помалювати. Ну, я знаю, що ви ж повернулись недавно зі Львова. Да, да, да. Як у Львові? Чи вже є там сніг? Чи был, лежить? Был, трошки был. Был снег, да, удалось радовались. Удалось сейчас помалювати? На сессии, так... сессия, ага. Она забирает много времени. И если что-то ей удалось, получилось порисовать, то это, скорее всего, больше по заданиям, по урокам. Ну, вы же вчитесь в академии художней, так? И вам доводится еще больше малювати, еще, окрім того, что у вас есть, уже такий досвід величезний, вот то вы все-таки... еще и отримуете. Все життя вчись, як то кажуть, так? Все-таки, все-таки не художественная академия, а все-таки друкарская печать, дизайн, угу. И тут меньше именно на рисование руками. А у вас руками, специализация, да, вот такая. Тут, тут больше угу. графика, дизайн больше. Вот, угу. И там... Довелось отримати все. Тут ви отримали живопис, так, а там вже інші, трохи, да. Іншу специфіку. Да, але все, ж, все це належить до художнього бачення світу. І чим більше людина набуває для себе, то вона розширює свої горизонти. Це дуже добре, що ми можемо так, ну, розвиватися. Стоять на місці, то ніколи. Угу. Не стоит делать, всегда надо двигаться, искать новые ходы, новые. Ну, я покажу дорожки, еще пейзажи, дивіться, да, какие гарні. Тут корова, это чекинь. Так, тут це тут не у нас... корова, корова, да, на лугу пасется. Ага, побачила такі коня. Ні, а потім подумала, що корова. Так, справді, схожа, схожа на корову. Что просто белые пятна на ней, да, и она немножко меняется, ее ширина с пропорцией. Конь более высокий, длинная шея, а тут, ну, получается, так, а тут у нее широкая, широкая, да. Така, так. Ось, є. Насправді, знаєте, як часто буває, коли ти щось малюєш, а люди можуть по-іншому сприймати твою роботу. От наскільки це важливо для художника мати теж бачення з глядачем, що і у художника, у самого? Ну, тут как повезет, потому что много людей, много разных мнений, много разных вкусов, и, конечно, всегда говорят, что художник не должен рисовать под кого-то, для кого-то, учитывать чьи-то интересы, взгляды, вкусы. Он должен выражать себя, свои эмоции, свои чувства, себя, свое творчество. А уже к этому творчеству, ну, обязательно найдется и поклонники. Но есть, конечно, и другая сторона. Это изучать конъюнктуру рынка. Кому что больше нравится, кто больше что ценит, чтобы ага, это а что сразу... зараз є? Зараз з'явилася така кількість арт різних направлень, різних стилів. І кожен хоче виражатись по-своєму. Да, сейчас... Важко зараз бути
таким вот особливым, особливым художником? Да вот как раз сейчас в наше время современное уже не так-то уж и это сложно сделать. Но при этом теряется мастерство человека. Академизм, как, мабуть, втрачается. Ну вот академизм, трошки. Да, тут некоторые достаточно какого-то шокирующего действия сделать, может быть, как-то повлиять. Сейчас больше ценится не работа мастера, его талант рукой там нарисовать, да, изобразить картинку, а сейчас больше ценятся идеи. Но это начиная еще с начала 20 века, авангардисты, Дюшан с разными необычными инсталляциями. И как вы уже реализуете свою идею, что вы будете использовать, какие материалы будете использовать для реализации, тут уже значения не имеет. Так, ну, тобто таке бачення цікаве, тільки ваше, лише ваше, і воно повинно вплинути на суспільство обов'язково. Да, да, естественно, затронуть какие-то темы, которые сейчас больше волнуют общество и... А чи є у вас такі роботи? Де б ви могли достукатись з ідеями своїми? Чи вам ближче мне все-таки, академізм? Да, мне больше мастерство руки, мастерство... Это, ну, нельзя сказать, что это как... Как это там... Ох, наверное, какую-то специфику... Ладно, мастерство. Вот. А там как-то шокировать или эпатажем каких-то брать, ну, жизнь бывает такое, немножко можно поэпатажничать. Вот. Но все-таки хочется, чтобы та работа была. Я знаю, Валентин, что у вас очень много разных идей, и есть жартівливі, и вы намагаетесь подхопить той сучасний темп, и сделать так, чтобы людям сподобалось. Это есть у вас також. И есть очень много разных тематичных у вас робіт. Не лише пейзаж, це ми просто сьогодні про пейзажі говоримо, а так у вас дуже багато різних портретів, характерів, і ви зображуєте, от є той горіх, дуже такий, мені подобається от... ваша робота, там справді такий зміст філософський того горіха. Тобто є те, що ви вкладаєте в свої роботи, і їх насправді багато. Але ж академізм, як то кажуть, ніхто ще не відміняв, і справжній художник повинен пройти увесь шлях. Довгим він може бути або коротким, але да. Він повинен бути. Да, більшість художників, яких ми знаємо, наприклад, той же Пікассо, який... знаю его по работам самым необычным, которые там, ну, явно сильно отличаются от академизма, но если посмотрим его самые ранние работы, когда у него, во-первых, отец был преподавателем в академии, и он делал академические рисунки Пикассо, если посмотреть его ранние работы академические, так там просто восхищаться можно, и лучше всего, конечно, иметь уже владеть академической рисунком, грамотой, да, и потом уже от нее отталкиваясь, можно уже идти в разные другие стороны. Но бывает такое, правда, конечно, что есть человек уже самородок, у него какое-то есть внутреннее свое видение, свой мир, и бывает, что может даже заглушить и убить этот его самородок, этот академизм, эти академические школы, академические. Многие художники, вот, пробуя сначала себя как в свободном творчестве, приходят учиться в академизму и понимают, что это нихняя, что это убивает, и они тогда просто уходят, и, ну, тем не менее, уже хоть знают, понимают, как это на них влияет, надо это им или нет. Але треба стриматися, я так думаю, що якщо ви вже потрапили в цю сферу, то вам потрібно триматися до останнього, аби потім мати можливість себе виражати. Бо так зламатися можна на самому початку, і дуже шкода, коли талановиті люди потім просто йдуть і не продовжують займатися цією справою. Ну вот мы сейчас просто говорим с вами больше в таком широком плане, высоком, как художник, творчество, там, жизнь. Но если реально по-земному, то человек учится, бывает, не ради того, чтобы получить знания, а ради, бывает, чтобы получить диплом, чтобы он мог устроиться на работу, чтобы его могли принять там. И бывает, что и ради этого необходимо либо учиться, либо получать диплом. Вот. И разные бывают ситуации, конечно, и не каждый придерживается высоких таких стремлений художник, творчество, поднять искусство, искусством изменить мир.
Вот. Ну, к этому, конечно, стремиться надо. Але ж без цього ж ніяк. Все одно душа хоче малювати, а особливо, якщо душа така творча у художника, то йому тільки один шлях. Це просто відтворювати те, що він вміє, бо тільки він, і так, як він це бачить, він це може зробити. Інші люди цього не зроблять. Я вам бажаю успіхів у творчості, хочеться ще побачити ваші роботи, прийти на виставки, і я так сподіваюся, що все буде, все вдасться. І справді ще якийсь буде ваш, особливо ваш стиль, яким ви потім зможете пишатися. Ну, говорять, що вже є якийсь стиль мій. Є, звичайно. Але вже можна розвивати до безкінечності. Тому я вам цього і бажаю. Ну, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.